Уже 11 лето подряд детский лингвистический лагерь «Версаль» удивляет отдыхающих в нем ребят новыми тематическими проектами. И в этот раз организаторам лагеря будет чем порадовать отдыхающих в нем девчонок и мальчишек. Каждый год мы проводим тематические лагеря для детей, и тематикой лагеря в этом году будет детективное агентство. В этом году у нас будет очень насыщенная программа, она включает в себя несколько элементов. Это развлекательный элемент, творческий, игровой, элементы, направленные на развитие логики и интеллектуальных способностей детей. Этот проект мы готовили около года, и в его разработке участвовали наши лучшие специалисты. Занятия у ребят начинаются с 9 часов утра. И для того, чтобы дети не заскучали, практически все обучение английскому языку проходит в игровой форме. После вкусного завтрака и уроков ребята все вместе отправляются весело проводить время. Дети ходят в кино, катаются на квадроциклах, играют в боулинг. Все это разнообразие ребятам предоставляют спонсоры. Предоставляем абсолютно бесплатно в любое время наши площадки для того, чтобы они могли поиграть, отдохнуть. И даже во время отдыха и игр ребята постоянно практикуются в английском языке. Это значительно улучшает способность восприятия детьми лингвистической программы. The girls, let us discuss. What does a detective wear? Who wants to answer? I think that detective wears a waistcoat and a hat. Для каждого дня планируется своя программа в соответствии с выбранной тематикой, поэтому для детей ежедневные занятия и отдых не похожи на те, что были вчера. Программа лагеря в этом году очень интересная, необычная, яркая. Я очень доволен. Дети в восторге. Питание сверх нормы, развлечения каждый день. Я благодарен нашим преподавателям, нашим менеджерам и нашим партнерам. Совместными усилиями мы сделали это чудо реальностью. Иван Бер, Станислав Доминов. «Наше время».